Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим технику самомассажа с курсов косметологии, который проводится в медицинском учебном заведении. И на этот раз это будет техника от нависшего века. Очень простая и приятная, также избавляющая от отеков. Итак, давайте приступим к ней. Подготовим наши пальчики. Массажи будут делаться безымянными пальцами. Устанавливаем их вот так и начинаем поднимать вверх. Проводим к виску и обратно. Почему безымянными пальчиками? Потому что для легкого нажатия, скажем так. Указательными вы можете сильнее нажать. И к тому же так удобнее делать. Но сама суть, чтобы не нажимать очень сильно. Легкие-легкие нажатия. 4 раза проводим. Проходимся туда-сюда. Также второй глаз. Начинаем. Легкие-легкие поднятия, поглаживание вверх. Считать перестала, вы не считали со мной? На моем канале вы сможете также увидеть технику избавления от гусиных лапок. Ссылку я оставлю. Ну все, на этот раз мы закончили. Массаж бровки наши пригладим. Я свои, во всяком случае, приглажу от взлохмачивания. Всем спасибо, пока!